Я такая умница, это вообще. Я поехала в Карелию и забыла взять свой корсет. Сейчас думаю, так, надо бы начинать носить его, потому что талия куда-то исчезла. В итоге я его еле наперла сейчас, друзья мои. Мне пришлось выдохнуть все, чтобы надеть корсет. И я так понимаю, что мы начнем, мы, я и моя талия, начнем искать друг друга. И я надеюсь, что через недельку-другую мы найдем все-таки друг друга. Потому что эффект, который был у меня отношения корсета за предыдущее время, он потихонечку стал меня покидать. Потому что нужно это делать постоянно. Часика-полтора-два в день. Итак, на мне мой бежевый корсет, который еле застегнула я. Даже мне муж маленечко помог. А в руках у меня черный корсет, который я покупала там же, в этом же магазине. Ссылку на магазин я оставлю вам в описании под этим видео. Туго. Так и должно быть. Мне многие написали: Оля, я еле застегнула, дышать не могу. Многие купили. Так и есть у меня также. Первое время, я, знаете, я только застегивала, уже подумала, что за фитнес. Застегнул, расстегнул, похудел. Потом уже начинает быть нормальное. Главное не запускать это дело и постоянно его носить. Это самое главное. Если вы просто купили и положили в шкаф, то талия вас сама не найдет. Нужно ей немножечко помочь. Так вот, что здесь есть? Сначала я застегиваю на вот эту. Честно вам скажу, у меня даже дошло, когда я его носила постоянно, до серединки. Это мой личный рекорд. Но сейчас снова на белом я застегнула на вот эту, на самую свободную, потому что тетя Оля в Карелии разъелась. Правильно, вы все, кто сказал, что я маленечко того, были правы. Итак, ссылку на магазин вам, конечно же, оставлю. Я там покупала два корсета. Еще один Аня заказывала корсет. Мы здесь на него мерили. Там же я покупала скраб для тела и щетку антицеллюлитную сухую для массажа сухого. Итак, ссылку оставлю под видео. И, пожалуйста, не пишите в комментариях. У них не пишите вопросы в комментариях. Надо писать именно в директ. Почему? Потому что магазин сам по себе крупный, большой, много подписчиков. Народу там много, комментариев пишут много. И, возможно, вас могут перехватить какие-нибудь мошенники. Вот вы перешли по ссылке в магазин и написать сообщение. Туда жмите и пишите, задавайте все вопросы. Там вам на все ответят. Если вы напишите в комментариях, то есть такая вероятность, что какие-нибудь мошенники, которые там лазят, выдадут себя за менеджеров этого магазина и будут с вами вести переписку и захотят ваши денежки выманить. Так не надо, нет. Пишем сообщение именно в директ. Все, друзья мои. Часика-два я должна с этим делом походить. Сразу чувствую, как я постройнела. Все всосалось, обратно впихнулось. Слава богу, мы теперь сольемся в любви и радости, и снова будет у меня моя талия. Переставать носить его я не буду, тем более оставлять его дома далеко от меня. Будет он везде со мной ездить, хотя бы вот этот. Ладно, уж черный большой, а этот, который бежевый на мне, его удобно и снимать, и надевать, потому что вот этот я вообще, например, первый купила, что он с бретельками, а потом уже купила без бретелек, потому что его легко снять и надеть, не снимая вещи. Все, ссылка на магазин в описании к видео, пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье.